Мы здорово сыграли в первом периоде, особенно спецбригады большинства и меньшинства. Выдержали 3 на 5. Второй период прошел несколько хуже. В третьем снова добавили. В принципе, хорошая игра для нас получилась на выезде. Мы очень слабо начали. Пропустили 2 гола в меньшинстве. Слабо выступили перед своими болельщиками, за что хотел бы попросить у них прощения.